Городская дума приняла ряд изменений в правила землепользования и застройки. Теперь в зоне жилой застройки объекты радио и сотовой связи можно возводить без публичных слушаний. Наоборот, дело обстоит с общепитом и торговыми точками. Прежде чем их строить, в зоне многоэтажной жилой застройки нужно спросить мнение общественности. Административные здания остались в перечне разрешенных. Поставлена точка в истории с палисадниками. Теперь огораживать территорию перед частным домовладением официально разрешено. Палисадник не считается захватом муниципальной земли, если забор не превышает 1 метра и проницаем для взгляда. Палисадники разрешит, городская власть будет, житель имеет право будет устанавливать палисадники, его обслуживать, поэтому не платя за это арендную плату какую-то. Вот. Мы взяли пример наших коллег из Твери.